Что ты думаешь о нас? Вот мы такие залетели четвером. Безумные. Да? Да. Нам дают бесплатно, взамен ничего не требуя. Да. Мне кажется, это стоит того, чтобы просто поклониться. На, я убил! Я кого-то чпокнул. Добавить полный бак, чтобы мы могли вернуться в Алматы. Ты не смотри, что машина крутая, да? Ну, мне кажется, вы слишком наглые для незваных гостей, а? Да? Бля, там кто-то ходит, по идее. Танцуем, либо споем для вас. Можно нам орешки? Красное. Музыка, чуть-чуть тише. В общем, все, мы покушали, мы выпили, покакали и собираемся выезжать за пределы Алма-Атушечки. А, это Маулен, это Марлен, это Искандер, который спер тачку у матери. Дурак, что ли, я ничего не пер. Да? Боржан. Да, это у нас Боржан. Мы давно хотели снять влог какой-нибудь и надеюсь, что в Шиме у нас все получится. Я честно, хер его знает, что нас там ждет. В общем, мы уже проехали Тарас. Я надеюсь, нас хорошо встретят. Охренеть. Пацаны, это точно огонь. Огонь, да? Да, это огонь, я прям вижу, он здоровый. А, да, охренеть, он здоровый, пацан. А вот на камере вообще жесть видно, что это костер. Да? Да, вот, да, видно, видно. Короче, ребят, здесь, видите, проезд на территорию завода срока по пропускам. Но зато мы убедились, что это нифига не... Чтобы вам не надо никому помогать. Короче, тот, кто проиграет сейчас с Ульфа, идет туда. Там у нас получается где-то метров 50 деревья, еще метров 50 и пустошь, и темнота. Фифа! Да! Ниже опусти ее. Давай. Так, слушай, нет, а чем мы вообще, чем мы занимаемся вообще? А ты возвращаешься. GoPro не проеби. Нам ее возвращать. Меня можешь не проебать. Бля, там кто-то ходит, по идее. Бля, тут капец грязно. В общем, дорогие друзья, мы прибыли в город Шымкент. Слава богу, мы до него добрались наконец-то. И у нас, объясню условия. У нас нету денег, у нас нету наличных, у нас нету карты. И у нас нету совести, да. Очень хочу использовать не только Инстаграм, я просто хочу использовать наши какие-то навыки. Я не знаю, какие ораторские навыки. Ораторские качества, чтобы дозвездеться, так сказать, до ресторанов, там, чтобы отдохнуть. Но такого интереса, чтобы поехали в Шымкент без денег, у меня не было. А у вас? Нет, у нас еще такого. У меня в жизни такого никогда не было, когда у меня не было денег. А я уже... А я совсем согласен, но я уже, по идее, чуть-чуть жалею, потому что я кушать хочу страшно. И так что, да, мы сейчас пойдем. И сейчас начнется самое интересное, когда мы начнем добывать. Да, борьба за хам. Хорошо, давай. Сули. Подожди, соли. Сулю скидываем, да? Да, на раз, да? Да! Руки. Сулифа! На! Путем, я на консьержу тачку бросил. Кстати, Тимур, добрый день. Доброе утро. Боже. Можно снимать? Скандай. Да. А, так. Моя самая главная. Ирина, да. Подпишись сюда. Дело в том, что мы гости из Алматы. Мы снимаем южной столицы. Мы снимаем влоги. У нас есть страница в Инстаграме, ВКонтакте. Сидите. Да. Прикольно. Давайте менеджер на этап 1. Менеджер согласен. Король Дек, королевский номер 3 миллиона тенге. Король на казахском куроль? Мы блогеры с Алматы. Мы приехали автостопом до сюда, не спали неделю. Вы идите, да, пожалуйста. По поводу этого сейчас, в данный момент, начаться сейчас нету. После 9 будет. А часа, как говорится, не опаздывать, задерживаться. Сейчас... Не, ну я думал, нас по... встретиться чуть пожестче, типа, вы что, кто такие, типа, валите отсюда. Либо они очень гостеприимные, либо они видели мои туфли Гуччи. Ну то нельзя снимать, то нельзя снимать. Прекрасная погода, не правда? Да, нет, мне кажется, сдаваться нельзя. Сейчас, нет, сейчас смысла нету, но они не принимают решения. Вот эти давай, ребята. Давай еще сейчас, один заедем. Давай, да, еще. Кто чья очередь заходить? Моя. Либо? Я пойду.
шоу, мы снимаем шоу для Ютуба, и мы показываем Шымкен таким, каким его никто не видел. Вот. И мы едем сейчас по отелю, мы все путешествие делаем без денег. То есть мы без кэша, без карты, и мы чисто обменным, бартером как вас зовут? Снимаем, да. Очень приятно. Деньги Марлен, деньги, Жан да. и Искандер. Нет, денег нам не надо. Да, ну мы без денег, да. Тем временем. Серьезно, меня зовут Бержан. Искандер. А, да. Мы ездим без денег, у нас условия такие, и мы хотим на бартерных условиях заселиться в этот отель. Иван, мне кажется, вот я смотрю на Серика, и мне кажется, ему абсолютно плевать. Реально плевать, да? Нет? Нет, вообще это классный очень отель. Мы здесь постоянно останавливаемся, я думаю, ребята, помочь. Что-то наклевывается, потому что сейчас пошли за банками, да, пошли за какими-то менеджерами и уже кого-то. Нам дали номер? Нам дали, мне кажется, номер. Люкс? Делюкс. Делюкс? А что это значит? Это не Deluxe. А, я думал, это... Да не, нормально. Мне надо подумать, да? Ладно. Пацаны, все, что вы вышли с собой, да? Нам дали номер. Нам дали номер. Нам дали номер. Это отель Мегаполис, ребят. Такой гостеприимный. Такой самый лучший. Они подумают, что реклама. Да нет, нам не надо включать завтрак, мы должны сами еду находить себе. Кому-то дали номер, кому-то дали номер, кому-то дали номер, кому-то дали номер. Охренеть! Это, карточку ставь, блин. Ебас, не включайте. Офигеть. Потому что мало кровати. Четвером здесь спать будем, да? Хороший вопрос. Ладно, на да полчаса, смотрите, думаю. Какой номер. Пойдем в туалет, я люблю туалет. Охренеть, а? Вить, самое главное, это Вить. Муль, пойдем, Вить. О, халат мой. Смотри, здесь балкон. Халат мой. Блядь, здесь Ромео, Джульетта балкон. Блядь, здесь Литти, Капулетти. А, давай. Я не знаю, я тоже. Что, которая битву узнала? Да. Что говоришь? Которая тебя узнала, роль зарешала? Сыграла. Да. Давай я объясню зрителю, как вообще, как вообще. А, в общем, дорогие друзья, я хочу объяснить. Тебе носки надо поменять, ты дебил, что ли? Дело в том, что девушка отошла позвонить своему менеджеру в 8 утра. Нам повезло, что она не спит. И менеджер уже знал то, что мы приезжаем в Шымкент. Она подписана то ли на меня, то ли на Марлена, я не понял. Девушка, которая стояла рядом с нами на ресепшене. Сейчас еще принесут. Да? 4 пары, да? Во-вторых, она, когда увидела реакцию вот этой девушки, она поняла, что девушка нас узнала, и то, что мы не какие-то там шарлатаны. Марлен таскает халат. Мы заходим в кафешку и говорим, накормите нас, пожалуйста, ради влога. Вам нравится все? Не, мне вообще все нравится. Мне тоже нравится, но я кушать хочу. Ты наружу был? Нет. Там капец, как и это. Да? Вообще жара, а ты куртку не надевай. Че, поехали тогда? Не надевай. Ага. Вы же за него вообще ждете, да? Ничего плохого в этом нету. Да? Мы же условия. Ну да, да. По идее, еда для выживания. Вообще, да, а то у нас все у нас еда. Мы сейчас поедем в другое место, и там все равно мы будем искать таких же ребят, которые нас накормят, правильно? Поэтому какая разница? Прям шаурму? Да. Просто девочки, у вас родители знают, что вы со взрослыми мальчиками кормите их. Бомбите, хлопьте. Прикинь, утром из дома уходит, и мама такая, ай, не корми сегодня. Чего неудобно, то что их родители зарабатывают деньги, да, а какие там вайнеры приезжают. Я не понимаю, что происходит. Мне капец совестно. Но с другой стороны, я так желаю. Я лучше покушаю. Опа. Так можно? Давай, ребят, только этот за фото сушняем. Шымкентская доброта и улыбка за фото. Да, мы не в тот город приехали, да, торговаться, по-моему, да? Поделимся своим, говорит, я ему сушняк, поделимся своим, у него осталось. Не, я сейчас начну. Решили угостить нас на завтрак лавашом. Спасибо, девочки, большое. Не каша, как говорится, но все равно. Здоровая еда. Может, покушать?
Шымкентские люди, самые добрые люди в Шымкенте. А, в общем, я думаю, как минимум мы должны подарить теплые объятия и сказать большое спасибо. Девочка, пойдемте. Спасибо, что накормили нас. Спасибо. Вообще, Марлен редко обнимает. Марлен, конечно. Да. Цените эти моменты. Спасибо. Да, спасибо. Кстати, я представляю, снимать сестру. Мама! На три, да. Ну, мне на час. Мы уже будем голоднее. Так, мы сейчас должны сделать что-нибудь... Из рук вон. Из рук вон выходящее. Покататься на лошади. Но покататься. Это не из рук вон. Да, это не из рук вон. Не, ну мы же как хотели, упрашиваем. А, типа, дайте покататься, они нам разрешают, и кто-нибудь ускакивает. Да. Ну, только ты умеешь, как ты реально ускочишь? Да, я похеру ускочу. Он хочет уехать, даже посмотрите на его физиономию довольно. Смотрите, как он замышляет. По-моему, уже договорились. Пацаны, по-моему, уже договорились. Короче, мы договорились с этими ребятами. Да, короче, Тегин будет сейчас бесплатно кататься. А он провожает, идет его. Да. Давай, давай! Я съебываю уже! Блядь, он не съебывает! Да, отпускай! Да, отпускай! Отпускай, отпускай! Серьёзно, ты догоняй этого, блядь! Мара, дальше хуяр взорвал! Всё, щу, сипал! Он я! За лошадь очкует, блядь! Это 30 назад, но Мара решила погнать! Он капец напился! Ух, ни хрена себе! Это он злой такой, да? Злится, да? А почему? Не злись, не злись. Почему он злится? Потому что, блин, нос кинул. Потому что его чуть не угнали. А, Парабус. Парабус. Смотрите, отпускает его. Прикол в чем? Он его, он лошадь держал, получается. И пока он держал, я не мог ее разогнать. Ну, видимо, подучена она. И пытался, да, разогнать? Я, да, бью, короче, он держит. Потом я ему кричу, отпусти, отпусти. Он отпускает, и я, короче, иду в отрыв. Самое прикольное то, что у них седло немного, не знаю, под что заточено, но я себе отбил все, что мог. Эта толпа просит ей подпевать, а на празднике жизни пора зажигать. Танцпол горит, в штаке дымит, девушки знают, кто тут залип. Руку в небо, ноги в пляс, это движняк, секса на пас. А я манду роман, зажигай бы бабуля, плотные шкуры, поцапит були. Клуб анаболики, жопы трясутся, дело мое тут жаркая туса. Словно подарок небес накачай, диджей вернулся, ритм задай. С ночи до утра подобить голову, хватит стесняться, иди сюда, дай мне слово. Слово пить я тамада, тамада, мада. Руки вверх, моя кавабанга. У входа пусто, внутри моя банда. Посмотрите, какой fucking shit вообще устроил нам Шымкент. Короче, у нас показ дефиле продолжается. Да, мы убираем костюмчик. Да, уже весь отель помогает Искандеру собрать одежду. Что ты думаешь о нас? Вот мы такие залетели четвером. Безумные. Да? Да. Нравимся мы тебе? Очень. Да? Да. Да, нравимся? Ну, самое главное. А кто, вот кто больше всего нравится, честно? Ну, ладно, Буржан и Марлен. Да? Ну, тут подписчики решают. Қара көзген алғашқы сүйген қызым, көктемім жасым менің күзім қысым. Армандап жыл мезгілін қалай. Так, надо выходить. Да, выходим отсюда, пожалуйста. А ты, Абуся, останься, пожалуйста. Искандер, сейчас мы поедем на той, и здесь решится твое будущее. Или ты нам докажешь, что ты достоин быть в нашем проекте, или же ты пешком поедешь в Алмату, ты понял? Или ты все, или ты никто. Ты это выкладываешь, будешь? Да, начинай. Да, 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 будем, давай. Ребят, короче. Мен үшін алыстадым бұл әлем. Мен үшін алыстадым бұл әлем. Мен үшін алыстадым, алыстадым. Мен үшін алыстадым бұл әлем. Мне кажется, вы слишком наглые для незваных гостей, а? Да? А что отличает шымкентскую свадьбу от свадьбы в других городах?
Вот знаешь, вот Искандер от нас отличает то, что он большой, да, толстый. Возможно, то же самое, то, что в Шымкенте все то и большие, пышные, как бы, вот как Искандер. Часто слышим то, что вот шымкентский той не заканчивается без драки. Это не я говорю, это говорят многие другие. Нет, вы с кем-то путаете, наверное. Да, с Таразом. Сколько считал, может быть, с Таразом. Здесь девочек реально до сих пор воруют или это уже прошло? Нет, это реально. Это реально, да? Это традиции казахские. Вот как ты отнесешься, если тебя своруют? Можно, можно дополнение? К примеру, тебя своруют. Вот типа я сворую. Да, да, да. Как ты отнесешься? Не знаю, я лично против, чтобы воровали девушку. Ну это потому, что я своровал. Если бы он своровал. То есть ты лично? Такой человек, как через минут 20 уже все будут догадываться, что мы здесь на халяву сидим. Да, 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 надо скоро валить уже. Побывали на Тое, так правильно говорят? Да, мы свистнули лошадь, побывали на Тое. А, лично, по-моему, мы эту же лошадь и покушали. Покушали, да, покушали. Лично для меня основное, что я заметил, помпезный сет. Если у вас депрессия, если у вас стресс, да, приезжайте в Шымкент. И просто посетите любой Тое и танцуйте по-узбекски песни. Нам нужно продолжать вечер. Да, вот, поэтому мы забрали вот эту малышку. Малышка у нас, все, забираем в отель. Все, мы едем домой, а не, не в отель мы едем. Мы забираем эту малышку, едем к другим малышкам. Ура! Ты ударил машину? Он ударил машину. Короче, ребята, мы приехали на шимкентский базар. И мы хотим жрать. Мы хотим жрать. Безбожно! Безбожно! Шимкентский базар настолько крутой, что я сразу хочу торговаться. А дело вот что, врачи сказали, что у меня опухоль мозга. Ладно, еще, где идет? Татешка любезно согласилась. Татешка, в Шымкенте не говорят, вообще. Все, оно ушло, что ты сделал? Можно бесплатно? Хотя бы один. Один, пожалуйста. Ну давайте. Да! Спасибо большое, блин. Так, это наш первый трофей. Это наш... Это наш первый трофей. Нет, дело вот что, мы два дня не ели. А какое можете дать? Маулин. Вон тот. Можно возьму, пожалуйста? Пусть, что вам не жалко? Пожалуйста. Мандарин, можно. Дело в том, что да, мы вот с Алматы приехали автостопом. Мы денег верим. Да, сейчас мы берем булдик. Спасибо, Рахмет. Я с русским? Байдалхан. Рахмет, да. Чаболдас. Вот они, все вот эти вот наши. Это наш трофей, второй. 5 бананов. Привет. Привет. Будешь банан? Купи яблоко, да? Да, мы, короче, с Алматы приехали. Мы ничего не хавали, вот так бананами угостили. У тебя нету каких-нибудь там орешков? Что не жалко вообще там? Ну, вам посмотрите, много. Охренеть, Рава, смотри. Ребят, кому не жалко, пожалуйста. Мы просто танцуем, либо споем для вас. Можем нам орешков немного? Мы два дня ничего не кушали. Просто если он сейчас не поест орешки, он нас съест. Дай курагу, брат. Чуть-чуть совсем, Ролан. Курага просто снимает видео про Шымкент и хотим показать, какие гостеприимные заходы. Да. Все молчат. Все молчат. Давай, давай, давай. Вот там дают курагу. Как тебя зовут, братан? А теперь все слушайте, на самом деле у нас 1 000 000 подписчиков, и завтра у этого человека будут продажи выше, чем у вас. Вы что? Вы 1 000 000 хотите мне сделать, да, подписчиков? Да, мы сделаем. Вот кажется, вы сидите в Инстаграме, да? Или не сидите в Инстаграме? Сидите в Инстаграме. Не сидите в Инстаграме? А здесь WhatsApp? Классно? Говорил. Я на самом деле... Я на самом деле вы без денег не сидите. По Фейсбуку не скажу. Не, на самом деле нету, я можем, можем бартером, я вам курагу у меня орехи. Ну давай, угощу, раз ты приехал, что хочешь? Орех. Как это называется? Вас Хаят зовут? А, вот, дочка ваша Хаят называется. Нам всем дайте по сосиске. Да, а то я не один хочу кушать. Да, сосиска халал? Мою можете купить. Халал? Халал, да, начитано. Ой, спасибо большое. Мы все рекламу сделаем. Да, мы классно. На самом деле. Здрасте, мы с Алматы. С Алматы? А дело вот в чем. Врачи сказали. Не, на самом деле, мы приехали в Алматы, у нас ни грамма денег с собой. Нету денег, вообще нет. Ноль денег. Вот. Нас до этого угостили курагой, миндалем и сосисками. Вот. И мы очень сильно любим корейские салаты. Поэтому угостите нас, пожалуйста. Дай вам Бог здоровья, как говорится. Угостить салатами? Да, да, да. Желательно самым вкусным. Желательно фунчузу, потом кимпап. Нам дают бесплатно, взамен ничего не требуя. Да. Мне кажется, это стоит того, чтобы просто поклониться.
Колбасу дали. И сосиски, да. И вот дайте огурец. Килограммов 5-10. Да, желательно, если у вас... Это уже не жирно будет? Нет, жирно не будет. Посмотрите на него, что ему может быть жирным? Попробуем просто. Мясо взять? Сырое? Дадут? Нет. Сырое мясо на вкус? Я никогда не пробовал, это идея, да не, ладно, шучу. Нет, просто попробуем, дадут нам или не дадут. А что я в руках банан держу? Круто, спасибо. А вас как зовут? Серьезно? Нам вы нам мясо даете? Вы нам мясо даете? Бесплатно? Давайте мы вам займем миндаль дадим. Давайте мы согласим орешком. А где Мавлен? Серьезно? Спасибо большое, блин, это вообще, блин, люди здесь еще поражают своей добротой. Наши чемпионские все добрые. Да? Мы всем об этом расскажем. Всем расскажем. Я вот квартиру хочу в подарок у кого-нибудь взять. Да. А есть где жить? Блин, смотрите, как много. Спасибо большое. В общем, дело такое, ребят. Мы пробили хавку. Да, я пробил мясо. Он пробил мясо, но оно сырое. Да. Я бросил вызов всем овощникам. В Шымкенте очень добрые люди. В Шымкенте очень добрые люди. Поехали дальше. Особенно на базаре. Вау, это прям жесть. Это как кадр из клипа. Еще раз. Да. Мы будем это проворачивать. X13 называется этот пейнтбол. Мы говорили за бартер. Все заряжены, да. И, по-моему, это будет самое экшеновое, то, что было в Шымкенте после угнанной лошади Марлен. Без экстрима мы просто не могли. Тарзанка не сезон, парашют не сезон, и, ну, хоть пейнтбол, блин, мы нашли. Он стреляет вообще на пейнтболе. Вот такие вот шарики. Там краска. Самое главное правило в пейнтболе – это нельзя ни в коем случае снимать маску там, то есть на площадке. На площадке все всегда ходят в масках. Есть игра, нет игры и все остальное. Потом, то есть автомат, да, с которого мы стреляем, называется маркер. Фидер, маркер, баллон. В баллоне 150 атмосфер сжатого воздуха. В колесе машины всего 2, здесь 150. Баллон, соответственно, не кидать, не ронять, в рукопашку с ним не идти. Я кого-то чпокнул. Я один. Мы сейчас стреляем. Нас зажали здесь. Самое больное, это когда попадает в ноги. Ногу, да. Да, это вообще... В ляху. Еще самое пипец, это когда ты резко встречаешь, да, когда этот чувака, который перед тобой стоит. Который тебя уже убил, ты разворачиваешь, он чуть-чуть задницу стреляет. Это, отвечаю, в каждом человеке живет садист, да, вот который... Это Маулен. Мазохист, да? Да, мазохист. То есть ты ему говоришь, все, он видит тушу просто и стреляет. Я сейчас... Там на автомате был. Ну, он пожалел потом, Я его лицо видел, он сожалел потом. Мужики, огромное вам спасибо. Спасибо большое, очень обязательно, да. Обязательно порекомендуем, да, это было круто. Уважаемые зрители, сейчас, получается, звонил представитель отеля, мы ее позвали в номер, чтобы обсудить эти вайны и так далее для рекламы. Она говорит, типа, о боже, зачем номер? И я пошутил, типа, что же, мы тут ничего с вами не будем делать. В итоге она сейчас придет, а мы будем смотреть. Тихо.
Иду, иду. Да я не голый, проходите. Мать, а где остальные? Ребята в другой комнате, думаю. Сейчас я быстренько оденусь, вы присаживайтесь. Да, я лучше вас подожду. Да ничего страшного, не переживайте. Так. Это какой-то роман. Да нет, серьезно говорю, проходите. Да ладно, что вы, садитесь, сейчас ребята придут. Тим, да что вы боитесь? Нет, там камера. Какая камера? Камера включенная. Давайте лучше спускайтесь. Разыграть. Ей богу, что вы о нас подумали, же дыра. Мы воспитанные ребята. А знаешь, как зашла? Ой, боже, нет, куда вот так? Да, я слышал. Вы ручку дернули, да? Да. Ты хотела убежать, да, короче? Да. Короче, начинаем тест-драйв шымкентских заправок. По сути, это самая сложная часть, да, нашего путешествия, потому что... Ну, это и вдохновляет. Ну, это и вдохновляет, да. Поэтому сейчас посмотрим, как они отреагируют. Специально с собой, как и говорили, уже взяли вещички. У Марлена есть бриллиант, да? Да. На то, чтобы... Из чего мы его можем обменять? Ну, у нас что есть? У нас есть одежда. Да, можно кофту очки, оставить. Браслет. У меня есть браслет. Подожди, да, у меня есть... Это «Газпром». Можно будет снимать вас, пожалуйста? Мы блогеры, мы снимаем. Я просто такого распоряжения. Ты снимаешь? Нет, смотрите, нельзя, да. Нельзя снимать, молодой человек. Взамен рекламы дадим бензоколонку. Спасибо, у нас своя реклама. Да? Да. Нет, смотрите, у нас такой проект, что мы показываем Шенген, и мы на 3 дня приехали без денег. Мы хотим приехать. Молодой человек. Я на микрофон не могу снять. Я сейчас вызову охрану. Хорошо, да. Давай чекнем. Давай. Отдал. Оператор, посмотрим, что расскажешь. А у нас просто проект такой, мы... Что ты делаешь? Какую зажигалку здоровую? Глаз? Смотрите, ладно, подожди, успокойся. Про Шымкент обзор. И мы сюда приехали без денег. Вот. И мы хотим заправиться. Кто? Оператор на улице. А, в смысле? В смысле? А деньги не вам? Ну, в плане, нет? Вообще. В смысле, вам вообще... Вам руками. Да? А-а-а! Кому? А как... помнишь, как в Алмате было давно? Тебе вовки надо подозревать? Да, на месте расчёт. Знакомо? Вот, смотри, брат, это уже упрощается дальше. Шенген на 3 дня и выживаем здесь без денег. И нам нужно заправить полный бак, чтобы мы могли вернуться в Алматы. И не смотри, что машина крутая, да? Короче, вот кофта 19 000. Может, ты... Вообще, если... Короче, у меня есть бриллиант. Мне его подарили. Если мы тебе дадим бриллиант, ты сможешь взамен... Ты потом его продай, что хочешь сделать. Он дорого... Сейчас я покажу. Фиксированный бриллиант, видишь? Сколько в тебе денежных эквивалентов? Сколько его оценивают? В тенге вообще он стоит 50 штук, по идее. Нет, шучу, брат. В тенге он стоит где-то 1015. Нет, дети есть? Я сейчас разговариваю до того, что лицо знакомого этого парня. Да? Да. И так 1000 на 2. Братан, мы до Алматы доехали. Боимся, брат. Где-то там встанем, братан, да. Давай полный бак, братуха, пожалуйста. Блин, мы капец не доедем. Жене подаришь. Жене подаришь. На Новый год. Все равно. Блин, я тебе кофту в придачу дам. Она реально, братан, она 40 стоила, на то пошло. По деньгам где-то 1009 будет. А сколько будет бакет? По деньгам 9000? Да, по деньгам 9, ну здесь получается 60. А не, не 60, сори. 80, по-моему. Или 70, не знаю я. Ну, в общем, на тебя. Да, он... Серьезно? Да, серьезно? В аэропорт. Где вообще в аэропорт, по дороге. По дороге в аэропорт, да, есть автозаправочная станция «Отдал», где работает супер добрый мужик Марат. В Алмате хрен с два нас так заправят, да? Вот, полный почёнок. Садись. Ахмед, брат! Всё, Ахмед, ворот! Это вообще пипец. Это реально пипец. Всё, мы поехали. Балбатума! Ладно, я начну. Да. Вы знаете, друзья, да. Перед тем, как приехать сюда, я думал, что Шымкент это другой город. Но я убедился, что Шымкент это один из лучших городов, которым я был. Да, давайте резюмируем. Да? То есть нашей задачей изначально было показать Шымкент таким, каким он является на самом деле, без стереотипов. Мы, значит, посетили той, побывали на базаре, угнали лошадь, поиграли в пейнтбол, поели
поели шашлык. Везде нас накормили, накормили на базаре, в общем, все по бесплатно. Гости зашли. Зашли в гости, да, и все это было абсолютно от чистого сердца. И приезжайте в этот замечательный город, ну, без денег, правда, не приезжайте, это мы просто дикие. Вот, скажу коротко, почему сам по себе замечательный, не потому, что он такой красивый архитектур, хотя и в нем это присутствует. А на самом деле это из-за людей, из-за гостеприимства. Друзья, все приезжайте в Шенкен. Всем пока. Во взрослой жизни очень много замутов. Лишь просто дай тебя обниму. Вместе полетаем.